Всем привет! Сегодня у нас будет дроп-тест, ну, конечно же, и краш-тест нашей электронной книги. Эту электронную книгу подарили мне в 2012 году, я даже помню. Мы будем различными способами ее ломать и краш-тестить. И самый первый способ у нас будет это дроп-тест. Мы сначала его будем кидать, типа мы его в карман засунем, потом будем его кидать с такой высоты экрана вниз. Потом мы его вообще на эту шайбу бросим, чтобы стекло доломать. И дальше там начнутся всякие эксперименты. Типа нож, типа молоток, типа гвоздик расследовать. И понятно? Ну и так, приступим. Стоп. Как мы видим, у нас здесь такая вот корпус выпадывает. Теперь мы будем кидать ее боком. Это мы кидали ее экран. Тихо. У нас здесь вообще, оно, кнопки вылетели, как мы видим. Корпус выпирает, и отлетела какая-то деталька. Ну, не знаю. По мне, все, она еще живая. Будем ее кидать вот этой частью корпуса вниз. Итак, приступим. Как мы видим, у нас почти она вся развалилась, хотя даже в скобочках нет, потому что здесь обратно. Кнопки, конечно, уже выпали, это все выпало, но здесь тоже все, но она все еще в нормальном состоянии. Электронная книга не дожила. Здесь она вообще раскололся, экран потрескалась. Ну, а больше ничего такого. Теперь приступим к нашему краш-тесту. Теперь, как мы видим, мы приступили к нашему краш-тесту. Первое называется нож. Давай, покажи нам. Давай пошкрябай по нему чуть-чуть. Так, мы сейчас приподнимемся чуть-чуть, посмотрим, что там получилось. Нормально, давай еще пошкрябай. Так, получается нормально. Давай так, тихонечко, только тихонечко потыкай. Так, так. Ну, в общем, все, она это испытание выдержала. Теперь экран, но не протыкая. Что экран нам протыкать? Вот как видим экран вообще. Экран наш не устоял. Экран раскололи. Так, это не шкрябается, не втык... Давай кнопку Home. Кнопку Home. Только кнопка Home никак. Все. Кнопка Home выбита, достань. Или она не выбита еще. Ну, в пол нельзя. Пол проткнул зачем-то. Ну, давай, вытаскивай. Все. И любимое постукивание. Давай. Тихо. Ты нож сейчас. Ты нож, кажется, сломаешь. Ничего не сломаю. Нож этот крепкий. У тебя кнопки. У тебя кнопки, да. Молодец. Вторая. Все. Пол проткнул еще раз.
Ну и ладно, мы на этом останавливаемся и переходим к другой части краш-теста. И теперь после... Смотрите, какой краш-тест, смотрите, как все переливается. Можно подарить бабушке на день рождения. Подарим бабушке такую. Так, и я буду проводить отковыривание корпуса. Так. А что, вообще мы только экран оставим? Корпус у нас плохо. А если мы будем гвоздями, тогда будет дым очень сильный. Нам понадобится... Понадобилась бы отвертка, но ее у нас здесь нет. Поэтому... Стопэ. И теперь у нас вот что осталось от электронной книги, и мы ее сейчас разберем до конца. Сначала нужно снять этот слой. Как он снимается? Вот. Это типа дисплей. По-моему, дисплей. Он железный. Нам надо аккуратно снять здесь. Аккуратно. Так, пленочка нам не понадобится. Аккуратно надо снять здесь. Отключить его отсюда. Отсюда. Отключили. И от самой материнской платы. Так, вот два провода. Наш переливающий дисплей, который мы подарим бабушке. Руку не суй. Руку не видно все равно. Мы его держим. Тихо. Дальше. Извините, пожалуйста, проблема за кадром. Дальше у нас здесь разбираем эту ерунду, всю байду. Аккумулятор. Вот он уже, вот. Кто-то зашел? Нет. Вот наш аккумулятор. Смотрите, какой корпус красивый, типа мы айпад собрали, мини какой-то там. Ну, здесь у нас осталась большая плата, ее будет смешно. Мы ее оторвали, скорее. Так, плата такая. Ну, а эту мы никак не оторвем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Краш-тест, мы ничего сегодня больше не будем. И все, всем пока.